18 февраля, Десногорск, 16 часов. Только что закончилась комиссия городского совета планово-бюджетной по городскому хозяйству. И на ней депутаты в том числе рассматривали вопрос уборки города от снега. И сказали, ну а что вам не нравится, город убирается довольно сносно при нынешнем снегопаде. И вот мы стоим, значит, буквально в нескольких метрах от здания администрации. Вот она, парковая зона. И вот они, чудесные лавочки, на которых можно посидеть. И вот там вот виднеются в снегу замечательные урны, в которые жители могут выбросить мусор, если он у них возникнет. То есть, ну, мы видим действительно, что убирается прекрасно город, и никаких вопросов на городской совет выносить не нужно.